Если немцы хотят начать истребительную войну, они ее получат. Старшина Сурков, лучший снайпер одной из частей Южного фронта. Родом из сибирской тайги, он с детства отличный охотник-стрелок. Метким огнем Сурков выводит из строя немецких солдат и офицеров. Удачный выстрел отмечает пустая гильза. Так ведет он свой снайперский счет. Ученики Суркова умножат этот счет во много раз.